Ранним утром в центре города сотрудник госавтоинспекции останавливает машину, здоровается и дарит подарки. Приятный сюрприз в преддверии нового учебного года решила устроить Гродненская ГАИ для учащихся. Сегодня госавтоинспекция совместно с торговым центром Old City в связи с началом учебного года, а также в рамках СКМ «Внимание, дети!» провела акцию под названием «Дети видят дорогу иначе». На площади Тизенгауза в 8 часов утра сотрудники госавтоинспекции останавливали водителей, которые перевозили детей. Детям были вручены памятные подарки от госавтоинспекции, также от Old City, это фликеры и пособие по изучению правил дорожного движения. Вместе с сотрудниками ГАИ раздавали подарки юные инспекторы дорожного движения и задорный сказочный персонаж. Ребята, спешащие на торжественной линейке, были очень рады сюрпризам. Фликеры тут же цепляли на сумки и начинали листать красочную книгу, где помимо правил дорожного движения увлекательная игра и множество наклеек. Не остались без внимания и юные пешеходы. Даже самые маленькие не ушли без подарка. Однако на этом акция «Дети видят дорогу иначе» не завершается. В течение всей недели подобные мероприятия пройдут в различных учебных заведениях. И наверняка ребят, для которых правила дорожного движения не просто слова, станет больше. Наталья Иванченко, Анатолий Бояринцев, новости Гродно+.